приемной губернатора продолжают принимать жалобы, замечания и предложения по решению острых вопросов от жителей области. Только за последнюю неделю к главе региона обратились 35 человек. Еще 70 обращений поступило по телефону. В том числе поступают жалобы на работу коммунальщиков. Так, в приемную губернатора обратилась жительница Покрова. Она рассказала, что при проведении ремонтных работ горводоканалом в ее городе был поврежден электрический кабель, а горводоканал отказался ремонтировать прибор. Проблему решили только после вмешательства сотрудников обладминистрации. Напомню, что обратиться к губернатору области и его заместителям можно, направив обращение или записавшись на личный прием.